В Анапе временно ограничат движение автотранспорта в связи с пасхальными богослужениями в храмах Анапы. С 8 часов утра 23 апреля до 8 часов вечера 24 апреля будет ограничено движение транспорта на следующих дорожных участках. По улице Пушкина от Ленина до Астраханской, по улице Кирова от Ленина до Соборной, по улице Маяковского от Астраханской до Краснодарской, по улице Гребенской от улицы Парковой до переулка Строительного, по улице Ленина на пересечении с Милькова, движение общественного транспорта по маршруту номер 2, микрорайон 12, микрорайон Алексеевский, номер 24, микрорайон 3Б, среднеобразовательная школа номер 6 и номер 25, микрорайон 12, микрорайон Новая Алексеевка, 23 апреля будет осуществляться до 24 часов. Я напоминаю, что спонсор выпуска новостей – оптово-розничный комплекс «Фермерский двор» на улице Астраханская, 104. Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.